В нашем городе существует и успешно функционирует добровольная дружина. Задача дружинников – помогать сотрудникам полиции осуществлять порядок на улицах города. В целях осведомления дружинников ветераны МВД города Рассказово решили рассказать об истории МОМВД России Рассказовский в собственном мини-музее. Целью создания добровольной молодежной дружины в городе Рассказово является содействие охране общественного порядка, профилактика социальных явлений, а также экстремистских проявлений. Охрана общественного порядка – это та сфера, в которой ежедневно пересекаются интересы практически всех граждан. Вот, сегодня в очередной раз пришли, убедились о том, что сотрудники милиции, значит, давних тех времен, вот, являются для нас примером, примером для подражания, есть нам на что равняться. Вот. То есть о советских милиционерах, и я помню, когда маленький был, смотрел фильмы, вот очень мне нравилось особенно всякие различные творческие произведения, в том числе «Постовой дядя Степа» было такое произведение. Вот. Ну а сегодня проводятся мероприятия, в принципе, на регулярной основе мы аналогичные мероприятия проводим, это значит взаимодействие с участковыми полномочными, это рейдовые мероприятия. Сотрудники полиции совместно с ветеранами МВД решили провести для дружинников своеобразную лекцию в импровизированном музее. Ребятам рассказали, как было основано отделение МВД, а также объяснили основную работу добровольной народной дружины с населением. Представители добровольных народных дружин оказывают содействие полиции на постоянной основе, то есть участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка, также участвуют совместно с полицейскими в пресечении правонарушений, то есть также участвуют в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий. Добровольным народным дружинником может стать любое лицо, достигшее 18 лет, естественно, несудимое, в отношении которого не ведется уголовное преследование, и обладающее соответствующим набором морально-деловых качеств. После основной части дружинники вышли в город, где раздавали прохожим флаеры, которые предупреждают о мошенничестве, а также призыв к сотрудничеству с правоохранительными органами. Владимир Иванов, Михаил Брыксин, Новости ТВ Рассказово.